На Тихоокеанское побережье Чили обрушились огромные волны. Местные жители говорят, такого еще не видели. Да, у нас и раньше были высокие волны, но чтобы такие огромные, в 5 метров, такое впервые. Кое-где высота волн достигала и 7 метров. Причина аномального явления – прилив в сочетании с сильным ветром. В городе Винья-дель-Мар, в 120 километрах от столицы Сантьяго, волны захлестнули пешеходный мостик и хлынули на улицы. Нанесен ущерб прибрежным жилым домам и ресторанчикам. К счастью, структурных повреждений на набережной нет, но пострадал деревянный пешеходный мост. А это уже курортный городок Санто-Доминго, в 100 километрах к югу от Винья-дель-Мар. Здесь картина та же, полностью закрыт местный порт. В поселке Тольтен, почти в 700 километрах от Сантьяго, из прибрежных домов эвакуировали людей. Только представьте, каково было бы сейчас находиться вон в том доме. Посмотрите на это сумасшествие. Я такого еще не видел. Сообщается по меньшей мере об одном пострадавшем. Человека сбило с ног волной. По данным метеорологов, большие волны продолжат обрушиваться на чилийское побережье вплоть до воскресенья.